Да ты с ума сошел? Неужели ты действительно думаешь, что сможешь перевербовать Столярова? Его настоящее имя Панин Николай Борисович. Так... Я прошу немедленно найти все данные о нем. Там, возможно, есть ключ к его перевербовке. А если мы не найдем ключа? Если не найдем ключа, будем искать другие варианты, Андрей Фомич. Панин наш единственный шанс. Решить этот вопрос в кратчайшие сроки. А именно? Я предлагаю не ждать следующей диверсионной группы, а ударить самим. Уничтожь диверсионную школу вместе с курсантами и преподавательским составом. А сможем? Если мы перевербуем Панина, то мы сможем это сделать. От Кунца есть новости? Нет, пока нет, господин граф. Но время еще терпит. Можете следовать. Так, товарищ, проблема в том, что группа должна выйти на связь через 1:20. Какие будут предложения? Поскольку мы знаем, кто радист в группе, я предлагаю в первую очередь работать с ним. И с Паниным предлагаю не церемониться. А вот с этим не соглашусь. Немножко его изучил, так просто он, конечно, не расколется. У нас есть отработанная схема психологического воздействия. Предлагаю использовать ее. Ха. Театр одного зрителя? А вы что скажете, товарищ капитан первого ранга? Времени у нас совсем нет, так что давай попробуем. Материалы на Панина пока не прислали, так что... Какие материалы? Потом объясню. Какая будет моя роль, товарищ капитан третьего ранга? Переоденьтесь, товарищ капитан второго ранга. Обманули вы меня, но не удивили, как вас там, товарищ? Капитан второго ранга Сабуров Сергей Александрович. Вы лихо вывели меня из игры, Сергей Александрович. Только игра продолжается. Вы думаете, расскажу вам хоть что-то из того, что знаю? Вы же не глупый человек, насколько я смог вас узнать. Неужели вы думаете, что мы будем с вами мило беседовать, несмотря на то, что вы откажетесь с нами сотрудничать? Запугать меня хотите? Я к скотству к вашему готов, ничего другого не жду. Ну, раз вы готовы к нашему скотству и ничего от нас не ждете, я не стану вас разочаровывать. На выход, гражданин Панин. Ну что же вы? Николай Борисович. Важен уже работает с радистом. Стоять лицом к стене. Проходим. Хорошо держится. До критической точки осталось полчаса, господин граф. Да, я знаю.
Они просто должны, они обязаны ответить. Это первая группа. Крайне важно, чтобы все прошло без проблем. А если их взяли, господин граф? В таком случае, учитывая количество моих недоброжелателей в Берлине, мне не простят этого уже никогда. Вы ведь, мадам, небось, надеялись, что я в обморок упаду. Так мне этих швали совершенно не жаль, так же, как и вам. А кто для вас не шваль? Для меня не шваль люди, служащие своей родине, а не временному кровавому режиму или тому, кто больше заплатит. Вы родине служите. Тем, что помогаете ее врагам, да вы просто предатель. Ну, если человек, которого обокрали, говорит ворам, что он не вор, разве это делает его предателем? Или вы хотите протестовать, что ваш режим не кровавый? Вы убедитесь, что не правы. Ну, однако я постоянно убеждаюсь в своей правоте. Спокойно, спокойно. Господин Панин хочет нас спровоцировать. И неплохо получается. Глаза у дамочки заблестели. Того и гляди, рука за оружием потянется. Не надейтесь на легкую смерть. Лицом к стене. О, сеньорита Рыбачка. Проходи, милая. Так мы сейчас кое-что одомаринуем, а потом за тебя примемся. Чайка тут в вольер к собакам залетела. Вы миг порвали, даже перьев не оставили. Да. А собак этих у нас целый батальон. Голодные. Вот мы тебя к ним и пустим погулять. Грузи его, Голубев. Не надо. Что не надо? Собак не надо. Я все сделаю. И что ты конкретно сделаешь, милая? Я сделаю все, что вы скажете, гражданин, капитан-лейтенант. Правильный ответ. Наверх его. Угу. Товарищ Нестеренко. Шо? Теперь ваша группа выйдет на связь. И вы начнете радиоигру. Но продлится она день, максимум два. Завтра в полночь я должен лично доложить о подготовке диверсии или успешном ее проведении. Но этого не будет. Вы выиграли фигуру, но проиграли партию. Браво! Улыбаешься. Хватит! Конвой! Отведите его в камеру, пусть посидит, подумает. А вы важен, пошлите за его женой. Пошел. Она же беременна. Выполнять. Есть. Все-таки подтвердились мои опасения, что никакие пытки не сломят его.
Хорошо, что все это был спектакль. Этот расстрел Парса, ну, кстати, нам еще пригодится. Что это вообще за история с обычным батальоном? Сказка. Важен всегда ее рассказывает, когда кто-то не хочет говорить. Хорошо, а то уж я подумал, что он совсем с катушек слетел. Он слетел с катушек. А ты? Ты приказал привести беременную жену Панина. Я не собираюсь ее пытать. Я искал его слабое место. Не собираешься пытать, тогда зачем она? У меня есть предположение, что он не захочет, чтобы его жена знала, кто он на самом деле. То время, которое было выделено для связи с группой агента Кунца, вышло, господин граф. Да, я знаю. Сворачивайте этот эфир. И отпустите людей. Дежурного только оставьте. А остальных отпускайте. Я вас слушаюсь. Биам, есть! Агенты Кунца на связи. И пароль верный. Сообщения переданы, сигналов о работе под контролем нет. Паша. Ради себя никак не проявил. Андрей Фомич, все чисто. Значит, немцы будут уверены, что группа высадилась и готова к работе. Есть что добавить еще? Да. Свободен. Тебе по-прежнему нечего нам сказать? Разговор. Я могу увидеться с вашим начальством. Мне нужна карта. Я все буду показывать. Хорошо. Из-за того, что линия фронта подошла вплотную, школа скоро закроется. Что будет с диверсантами? Их разобьют на группы. И они отправятся в разные порты для диверсии. Это скверная новость. Что будет со мной? Диверсантов в школу в лицо узнать сможешь? Конечно, да. Ну, хорошо. Тогда еще послужишь родине. На выход. Конвой! Пошли. Ну что, он раскололся? Куда он денется? Встать! Врача быстро! Мертв он. И это махана. Да толк от него. Он бы все равно ничего не сказал, раз сиганул. Связиста поэтому за собой потянул. Иди, докладывай ленинградцу. А я пойду на Стеренко обратно. Надеюсь, ты прав. Я тоже на это надеюсь. То, что радист согласился сотрудничать, дает нам фору раскачать Панина. Но эта фора скоро закончится.
Товарищ капитан третьего ранга, там радиста убили. Кто? Немец из группы. Столкнул его в пролет и сам тоже разбился. Зовите Панина обратно. Вот и закончилась фура. Текст неоднократно проверяли, господин граф. Радист работал без давления. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, для нас это значит, что Кунс встретил группу. И первый этап операции «Морской конек» успешно завершен. Господин полковник. Я очень рад, граф. А когда вы планируете приступить к завершающему этапу операции? Ну, у меня все готово. И группа отобрана. Думаю, что через неделю русские уже начнут нести невосполнимые потери. Это радует. Но не более того. По нашим данным, в ближайшее время русские начнут наступление. Скоро им будет не до наступления, уверяю вас. Что ж, вы уверены? Ищите свою жену. Ну, лучше ее скоро привезут. Присаживайтесь. Неужели вы будете пытать беременную женщину? Ну зачем же? Нет, конечно. Я просто расскажу ей правду, которую вы от нее скрываете. Кто на самом деле ее муж? И по чьей вине она отправится на Колыму? Как пособница фашистского прихвостня. Ваш ребенок родится в бараке. Его сразу заберут и отправят в детдом. Возможно, он вырастет хорошим человеком, но он никогда не узнает, кто его родители. Ой, сука же ты. Ну, не без этого. Товарищ капитан второго ранга, вас там Нестеренко к себе требует. И вас. Позовите Голубева. Борисович, Голубева, позови. Подумайте, Панин. Вашу жену скоро привезут. Пусть войдут. Разрешите? Присаживайтесь. Вот доставили материал только что, который ты просил. Что в этих материалах? Вся информация о родителях Николая Панина. Которых расстреляли? Да. Важен сейчас привезет Марину Столярову. Скажет, что баркас Столярова унесло в море, наши его спасли. С утра он будет дома. Выполните приказ, товарищ капитан третьего ранга. Разрешите идти? Идите. Зачем ты так с ней? Так надо для дела. Все хорошо, Андрей Фомич. Звоните в Москву, начинаем играть в мою игру. Время у нас еще есть? 2 дня чертовски мало. Но нужно все успеть. Разрешите идти? Идите. Ну что, Николай Борисович? Я думал, что сильнее вас ненавидеть не смогу. Я ошибался.
Вы меня не дослушали. Вы хотите увидеться со своей женой? Привели уже. Вы меня не поняли. Вы хотите увидеться со своей женой дома, без свидетелей и в старом обличии? Вы серьезно? Или это очередной акт вашего представления? Очередной акт представления, только пьесу напишите вы, если дадите мне слово. Слово? Я должен вам что-то пообещать. Вы же знаете, на сделку с совестью я не пойду. Это совершенно не обязательно. Просто дайте мне слово, что не сбежите. Зачем вам это? Это я вам позже объясню. Если я встречусь с Мариной, мне придется все ей рассказать. Нет, не придется. Мы вернемся к вам домой вдвоем. Вы поговорите с женой и скажете ей, что уедете на некоторое время. Куда? Это я вам тоже позже расскажу. Моя жена не узнает. Слово офицера. Сомневаюсь, что вам знакомо понятие воинской чести. Но я даю вам слово офицера. Я не сбегу. Я вам верю. Конвой! Отведите в отдельную камеру. Ты поговорила со Столяровой? Да, но я не понимаю, что происходит. Я его отпускаю. Что? Я обещал ему свидание с женой у них в доме. Рядом с ними буду только я. Вы с ума сошли, товарищ капитан второго ранга? Нет, ваш план не сработал. Вы не смогли его довести до логического финала. Теперь будем действовать по моему плану. Послушайте, а если я все-таки попытаюсь? Не задумываясь, убью. Ну, а если моя возьмет, что тогда? Найду и убью. Николай Борисович, здрасте. И вам не хворать. Давненько не было видно вас. Да было дело, чуть не погиб. Ну, расскажу при случае. Кошмар какой. Вы берегите себя. Есть. Не тревожьтесь, Сергей Александрович. Я ждал слова. Да я не тревожусь, Николай Борисович. Вы проходите, там ведь вас ждут. Смотрели тщательно? Каждую стеночку простучали, пока ты с ней в управлении беседовал. А для чего все это? Он и тебе не сказал? Мачту ветром сломала. Подумал, уж не увижу тебя никогда. Мне говорили, что вас катер подобрал. Ну да. Так и было. Уехать нам надо, Мариночка. Куда?
только же вернулись. Геленджик, у меня родители там. Буря и двор разметала, дом, сад. Кошмар. Хорошо, Николай согласился помочь. Конечно, помочь надо. А едете когда? Да прямо сейчас. Корабль через 2 часа. Так рано. Ничего не поделаешь, сыночка. Ой, а так вещи собрать надо. Да. Я подожду. Он их что, одних оставил? Совсем сдурел? Спокойно. Ему некуда деваться. На заднем дворе целый комендантский взвод. Мышь не проскочит. Ага, если отравится. Или это Марина все-таки с ним заодно. Сговорятся. Пошли. Я вернусь, милая. Очень скоро. Надеюсь. Плохо мне без тебя. До свидания. До свидания. До свидания, Марина. Ну что, теперь в тюрьму? Не совсем. Путь будет не близкий, так что давайте без глупости. Обещание вы сдержали, а дальше можете его не сдерживать. Поэтому до аэродрома поедем. Вот так. До аэродрома? Зачем? Садитесь, Николай Борисович, давайте. Господин граф, что происходит? Разведчики доложили одиночный самолет. Разведка. Ну что, пусть смотрят. Все равно, кроме тумана, они ничего не увидят. Да, это намного эффективнее, чем зенитки и колючая проволока. Да, между прочим, придумал это все Николай. Гениальная идея. Действительно, аэродром. В чемодане вещи, идите, переодевайтесь. Поликарпов, проводи. И что дальше, товарищ Сабуров? Вы летите со мной в Ленинград, товарищ Салей. Зачем? Мы везем туда Панина. Для чего? Пока сказать не могу, иначе у вас, товарищ капитан третьего ранга, все отобразится на лице. Я бы хотел доиграть спектакль для Панина без подсказок. Так эффект сильнее. А Нестеренко знает? Конечно! Наденьте, товарищ капитан третьего ранга. Ну и куда мы? Всему свое время, Николай Борисович. Отдыхайте. Нам еще долго лететь. Не знаю, что вы придумали,
Но надеюсь, помните, что ровно в полночь ваш спектакль превратится в тыкву. Посмотрим. А вы этого не любите? Чего? Когда ситуация выходит из-под вашего контроля. Это у вас ситуация вышла из-под контроля. А свою я отлично контролирую. Отдыхайте. Я поступила. Поздравляю. А я нисколько не сомневался. Поздравляю тебя, Леночка, с поступлением в военную академию и предлагаю отметить это событие мороженым. Пошли? Пошли. Угощаю. Так страшно было, они строгие. Я что-то говорю, сама себя не слышу, ничего не понимаю, отвечаю на автомате. А они потом: мы поражены вашим уровнем знаний. Представляете? Представляю. Смотрите, котенок. Забрался, слезть не может. Зверь вышел на прогулку. Пойдемте, не будем мешать его утреннему мациону. А как он вышел? Окно закрыто. Ну, он, наверное, из другого окна по карнизу пришел. Все окна закрыты. Ну, как-то же он туда забрался. Значит, ты сможешь спуститься. Серега, будь осторожней. Ты все-таки не кошка. Что нам теперь с ним делать? Гражданочка, вы ведь в этом доме живете? В этом. А не подскажете, кому принадлежит это животное? Это Емельяновых. Девочка у них тут все время с ним игралась. Ага, а как бы нам их найти? О, это сложно будет. Они в Москву уехали. А животинку вот бросили. Второй день тут бегает. Однако. Скажите, а вам котенок не нужен? Не, не, у меня собака. Куда мне? Ну что, я его с собой взять не могу. Меня в казарму не пустят с ним. Я могу? А нет, у меня у папы астма, ты же знаешь. Ладно, я возьму. Ну иди ко мне, волосатый. Отлично. Котенок обрел семью. Ну что, пойдем. Пойдем отмечать поступление. Пойдем. Ну вы идите, а мы пойдем домой тогда. Сереж, ну может с нами? Ну куда его дену-то? Сейчас домой отнесу, покормлю. Ну, Сереж. Ну, как знаешь. Пойдем, пойдем, пойдем. Конечно, впечатляет, товарищ капитан второго ранга. Я вижу город в руинах, вижу не сдавшийся город. Неужели вы хотите перевербовать меня при помощи этих декораций? Это не декорация. Здесь сотни тысяч людей погибли от голода, от бомбежек ваших. Вот видите, даже товарищ капитан третьего ранга не понимает смысла вашей игры. Может, прекратим этот костюмированный балаган? Конечно, прекратим. Только после одной встречи.
Не налюбовались мною в форме майора НКВД? Да можно и так сказать. Остановитесь здесь, Николай Борисович. Ну что же, вы звоните? Звоните, звоните. Я же обещал вам встречу. Кто там? Товарищ Панин, откройте, пожалуйста. Здравствуйте, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Боже, ты мой брат. Коля. Коля. Спасибо. А мама? Мама. Мамы с нами, Коля, уже нет. Нет мамы. Мы оставим вас вдвоем. В 18-м году мы с Аней твердо решили остаться в России. Стали преподавать Анечка в Багановском хореографическом училище. Я военно-инженерном. Там служу там до сих пор. Твои друзья говорят, что у тебя остались сутки. Мои друзья, они знают, о чем говорят. Ну что? Нет, никто не приезжал. Как что-то изменится, сразу мне сообщить. Есть. Как себя чувствуешь? Я в порядке. А если бы старик не выдержал? Сердце у него никуда не годится, похоже. У нас не было времени его предупредить. Да все хорошо. Отец разговаривает с сыном. Что еще можно лучше придумать для перевербовки? Это было рискованно, но ты молодец. Можно, конечно, сейчас его дожать. Но лучше подождем. Мало времени. До полуночи успеть. А почему нельзя сейчас? Или ты еще что-то придумал? Не хватает еще одной фигуры в шахматной партии. Тогда был очень холодный январь. Очень я с карточками
ушел за пайком. Анечка осталась дома, она была очень слаба. Я на улице пчел-то. Мне стало плохо. Потерял сознание. И как-то очнулся в госпитале через двое суток. А Аня в это время ушла. Да. Так. Прости, отец. Коль, да. Это война. Нет. Граф Катряну уверял, что вы погибли. Он сказал, что вас расстреляли. Вот это ничтожество, это... Как его только еще земля носит. Ведь это он сказал, что ты умер от тифа прямо у него на руках. Да, я поверил, мы поверили. А вот когда он узнал, что я остаюсь служить земле родной, меня стрелял. И ты сам-то как? Я воюю против большевиков, отец. Здравствуй, мам. Сыночек, как я рада тебя видеть. Я не один. Здрасте, Нина Семеновна. Леночка, здравствуй. Да заходите же вы, что на пороге топтаться. Раздевайтесь. Мойте руки и за стол. Я вас морковным чаем напою. Еще у меня картошка готова. А я тебе как раз тушенку привез тоже. А что это вы вместе? Мы теперь, мам, вместе работаем. А, работаете теперь вместе. Это хорошо. Леночка, садись. Чего ты такая? Не знаю, просто устала. У Леночки температура. Я в полном порядке. Ты до чего женщину довела, изверг? Мам, эта женщина так воюет, что даст фору любому мужчине. Дам тебе теплую кофту. Буду тебя отваром поить. Нет, мне не надо. Пойдем, не спорь со мной. Пойдем. Пипи, ты же знаешь, мамины средства всегда помогают. Знаю. Помнишь, она меня зимой после катка спасла? Это какой был класс, 9-й? Ты забыл, 10-м. Нет, я и ссорю помню. Я помню, что она меня из дома выгнала, потому что тебе надо было растирать спирт. А потом тебя самого нужно было греть. Мам, помнишь... Я говорил, что уже взрослый, и спирт мне нужно принять внутрь. Помню, конечно, помню. Может, ты спала мало? Так сейчас доедай, и я тебя уложу отсыпаться. Роскошь. Тушенку у нас второй фронт называет. Да, союзническая. Вкусная. А что с Афеней? Жив. Он жив? Кормилец мой. Птиц ловил, приносил мне. Потом мышей. А где он сейчас? На службе. А чего вы смеетесь? Крыс знаете, сколько развелось? Котов по всему городу на машине собирают. Ты видишь, какого мы бойца тогда вторым спасли с Егором? А Егор где? Погиб. Война. Спасибо, я больше не хочу. Я пойду отдыхать. Вам помочь убрать? Нет. Пойдем, я тебя у себя в комнате постелю, а Сережа здесь ляжет. Пойдем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Thank you.
А ведь я тебе говорила. Не упусти ее. Я не упустил ее, мам. Я просто отошел в сторону. Она нравилась Егору, Егор нравился ей. Они поженились. Что мешает тебе сейчас? Не отходить в сторону, а взять счастье в свои руки. Что мешает, мам? Егор погиб. Я не могу забрать у него Лену. Какой-то у меня правильный. Контрольное время для эфира вышло, господин граф. И что же это может значить? Это может значить, что группа либо прямо сейчас готовится к выполнению задания в обстановке, которая не позволяет выйти в эфир, либо же группа нейтрализована русскими. И вы вот так спокойно об этом говорите? Скажите, граф, вы правда считаете, что вам простят такую ошибку? Знаете, Рицоли, я абсолютно уверен, что смогу любую ситуацию исправить. И знаете, что мне кажется? Немного рановато вешать мне на грудь орден неудачника. Не считаете? Давайте подождем новостей. Могу только надеяться, что это не займет много времени. Потому что его у нас нет. Согласен. Товарищ капитан второго ранга, самолет прибудет через час. Хорошо, готовьте машину. Есть. Что-то случилось? Время выхода в эфир закончилось. Как и говорил Павин, наш карет превратилась в тыкву. У нас есть еще один шанс додавить его, перевербовать. Привезли твою недостающую шахматную фигуру? Одевайся, мы скоро выезжаем. Николай Борисович, я уполномочен вам сделать официальное предложение. Здесь находится приказ, подписанный капитаном первого ранга Нестеренко. Советское командование предлагает вам послужить родине, товарищ Панин. А конкретно? Вы поможете нам предотвратить диверсии в местах скопления кораблей Черноморского флота, а также уничтожить специальную разведывательную диверсионную школу, местонахождение которой, к сожалению, мы пока не знаем. Если вы на это согласитесь, вы будете прощены, и вам дадут воинское звание. А если я не соглашусь? Николай, все это ты должен решить сам. Сам. Здесь ваша офицерская книжка, Николай Борисович. И продовольственные и денежные аттестаты. Все это вы можете оставить своей семье. Спасибо, товарищ Сабуров. Но в данной поддержке я лично не нуждаюсь. Ну, вы нет, профессор. Марина. Добрый вечер. Отец, это моя жена, Марина. Очень приятно, Марина. И на какой же это месяц-то? Я... Что происходит? Я не понимаю. Марина Михайловна, ваш муж, майор государственной безопасности, Николай Борисович Панин, выполнял задание Родины в тылу врага. И, к сожалению, пришлось ему носить иную фамилию. Отец, напои Мариночку чаем. Непременно. Идемте, чаевнич, прошу. Прошу, прошу. Осторожно. Налево. Спасибо, Сергей Александрович.
Я понимаю, вы надеетесь, что я выйду на связь, и мы успокоим графа Катрянова. Но я этого не сделаю.